исключительно кофейные зерна без посторонних ингредиентов. Безопасен по содержанию токсичных элементов. Афлотоксин B1 не обнаружен. В маркировке указывается высота кофе, а это арабика и рабуста. Масса кофе соответствует информации на этикетке. Это, собственно, и все итоги. Чибо эксклюзив. Качественный товар. Кофе растворимый, сублимированный, якобы смонок. Достоинство. Исключительно кофейные зерна без посторонних ингредиентов. Содержание токсичных элементов в воде. Афлотоксин B1 не обнаружен. Масса кофе соответствует информации на этикетке. Недостаток. В маркировке не указан по количеству сорт кофе. Но это единственное, и не что я не достаточно. Я это все.